Варя. Варь, я не знаю, что сказать. Я так долго ждал этого момента. Борис Ефремович. Чего? В общем... Что? Борис Ефремович, у нас ничего не будет. Подожди, подожди, я... Я что-то ничего не понимаю. О чем ты говоришь? Не надо. Не подходите ко мне, я вас очень прошу. Я правда не понимаю, а тогда зачем... Зачем мы здесь? Варенька! Я не знаю. Прекрати. Послушай, прекрати немедленно. Я что, тебе мальчик, что ли? Я тебя спрошу. Я мальчик, что ли? Хватит уже! Чуть-чуть, спокойно. Спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Дай мне, пожалуйста. Все-все. Успокойся. Выпусти. Аккуратно, а то еще порежешься. Выпусти, я говорю. Вот так. Варя! Послушай! Варя! Я тебя прошу! Варя! Послушай, открой дверь! Варь, ну! Ну ты меня совсем не так поняла! Ну прекрати ты этот детский сад! Ну неужели ты правду думаешь, что я ее не открою? Да он разобью стекло и все! Ну я не хочу так! Понимаешь? Силком не хочу! Ты даже не представляешь, что я могу для тебя сделать. Знаешь, мы переедем в Москву, я разведусь. Жена сама этого хочет. Мы переедем, у меня в Москве много друзей. Если Горбача снимут, меня могут на его место. Да ты у меня тогда в золоте ходить будешь, в бриллиантах купаться. Я театр для тебя построю. Варенька, ведь я же люблю тебя. Люблю, слышишь? Варь! Варь, ты чего? Варь! Ты чего, плачешь, что ли? Черт, я убью его! Слушаю вас. Зайков Борис Ефремович? Да, в чем дело? Я не нашла вас в вашем номере. Вам телефонограмма из Москвы. Наконец-то. Сколько можно ждать? Что? Извините, это я не вам. Варечка, тут такое дело. Мне нужно срочно в Москву. Передай Михаилу, чтобы завтра утром вы с ним возвращались в Ленинград. Ты меня слышишь? Да, я слышу. Понятно. Ты все-таки подумай о том, что я тебе сказал. Когда я вернусь, мы продолжим разговор. Но, похоже, нам больше скрываться незачем. Это эпизод прожектора перестройки, где увлажненность, кругом вода, где возможно получение стабильных, гарантированных урожаев и звезды. Звезды вот такие, как Миша, яблоки, да? Ты скоро? Мне хочется даже прям сорвать и в карман положить. Ой. Миша, открой, там кто-то стучит. Я занят. О, кто-то пришел. Я открою. Так вот, и луна. Огромная луна. Здравствуйте. Вам кого? Здравствуйте. Миша здесь? Минуточку.
Миша, это к тебе. Предлагаю выпить. Хозяин твой в Москву улетел. Приказал утром возвращаться в Ленинград. Да выключи ты это уже. Все? Все. Мишань, кто дал? Жена. В яблоках. А ты шутник. Яблоко с бананами. Миш, ну серьезно, кто там? Серьезно никто. О. За никого? За никого. Что надо? Шоколада. Оба-на. А чего это мы плачем? Любимый уехал? А как у вас все прошло-то? Не твое дело. Ты иди, там тебя твои бабы ждут. Это как это не мое? Ты же моя жена законная, с подписью и печатью. Совсем там добился. Со своей... Она не моя, а ты моя. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Руки убери. Я сейчас милицию вызову. Ну, вызывай. Гад какой. Ему приказали, а он и рад стараться. За квартиру продался. Ты что, серьезно так подумал? Что я из какой-то квартиры? Ну, не только. Я же помню твой рассказ. Про тот протокол, как ты оговорил себя. Ты думаешь, я бы тюрьмы испугался? Я же не из-за себя. А из-за кого? Мать у меня в Ключевске. У нее, как у твоей, сердце слабое. Два инфаркта уже было. Если бы она узнала, что я сел. Я бы потом всю жизнь себе не простил. А я мучила тебя. Я хотела, чтобы ты ревновал. Ну, я ревновал. Поэтому девчонок притащил. Да я чуть с ума не сошел. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Знаешь, что у тебя рука тяжелая? Ну вот. Надо быть внимательнее. Есть быть повнимательнее. Где мне искать пути? Где мне?
Поздравляете нас, Борис Ефремович. Значит, вы теперь в самом ЦК. Наша вам поздравленница. Да кандидат я только, кандидат. Еще утверждать будут на пленуме. Ты мне лучше вот что скажи. Что-то я так и не понял, чего это меня не Мишка встречает? Опять, что ли, на больничном? Ну как, я думаю, вы знаете. Он же еще 2 недели назад заявление подал. Увольняется Михаил. Как это увольняется? О, здрасте. Здравствуй. А ты что здесь делаешь? Ты вроде у бабушки живешь? Так я с бабушкой вчера в гости приехал. Вот как. Ну а дядя Миша дома? Нет, он на работу поехал. Бабушка в магазин пошла, а мама болеет. Болеет? А что с ней? Не знаю. Варя, Варечка, Варя, вы меня слышите? Это я, Борис. Я только что прилетел. Представляете, 3 недели вопрос решали. Варя. А бабушка сказала, что маму беспокоить нельзя. Это когда маме температуру измеряли? Сегодня. Она утром заболела. Бабушка сказала, что в аптеку зайдет. Тут одной аптекой не обойдешься. Доктор, ну, что там? Приятного мало, почечная колика. Но ничего, сейчас сестра сделает укол, к вечеру будет легче. Скажите, где тут у вас есть стол, на котором я могу писать? На кухню, проходите. Надежда Сергеевна, вы лучше это, за внуком приглядите. А я с доктором сам обо всем договорюсь, хорошо? Но я ж думала, у нее обыкновенная простуда. Ну, поясница болит, жар. Я понял, понял. Все хорошо. Да. Идите, идите. Ладно. Доктор, скажите, а от чего это может быть? Колика? Ну да. Возможно, хронический пиелонефрит. Хотя не похоже. Надо обследоваться, я выпишу направление. А вообще вы и кто? Вы имеете в виду больной? Ну да. Муж? Ну, допустим, муж. Угу. Обострение может случиться во время ранней беременности. Беременности? Ну да. 2-3 недели. Такое возможно? 2-3 недели. Возможно. Домой. Ну как она там, Борис Ефремович? Что? Ну я говорю, все обошлось? Болтаешь много! Что, глух, что ли? Тебе сказали домой! Так слушаюсь. Уже едем. Послушай, послушай! Ты мне голову-то не морочь! Кто тебе вообще разрешил подписывать заявление без моего разрешения? Да потому, что это мой сотрудник! Он мой! Короче так, он у тебя еще работает или уже нет? А, пока все еще работает. Так вот, его мне и присылай. Как только объявится, так сразу и присылай. Thank you.
Ну, здравствуй, Миша. Здравствуйте, Борис Ефремович. А чего это ты уволиться решил? Почему со мной-то не посоветовался? Так не было вас. А. Почти месяц. Все, что вы хотели, я сделал. Да, сделал. И даже больше, чем надо. Ну что, давай поедем, прокатишь меня напоследок? В обком? Не, не, в обком я сегодня не поеду. Давай куда-нибудь за город смотаемся, погуляем, воздухом свежим подышим, а? Давай, давай, поехали, Мишань, поехали. Ну что, Мишаня, ты делаешь только то, что я тебе сказал? Молодец. Сейчас поворот будет направо. Сверни там. Лесок, озеро. Красиво. Сидишь-то? Давай, выходи, выходи! Выходи! Что ж ты наделал, сволочь? Это моя женщина. Моя. Я ее люблю. Жениться на ней хотел. Я до этого момента даже дыхнуть в ее сторону не мог. А ты ведь это все знал, подонок. Скажи. Скажи, что мне теперь с тобой делать? Ну скажи! Чего ты на меня уставился, а? Чего ты уставился? Скажи, что это... Что это все не так? Что я все придумал? Что у тебя с ней ничего не было? Скажи, чего ты молчишь? Не, посмотрите на него. Он даже ничего не отрицает. Значит, правда... Значит, обрухатил девушку. Она моя жена. И я ее люблю. Что? Что ты сказал? Слышь, ты. Ты прав, таких не имеешь. Потому что ты никто! Ты жижа. Моими ногами. Ты пыль на моем ботинке, понял? Я думаю, ты исчезнешь, и никто тебя не будет искать. Знаешь, если завтра сотни тысяч таких, как ты, исчезнут, все, сдохнут, ничего не случится. Знаешь, тварь, почему? Потому что ты и тебе подобные, их по факту рождения не существует, понял? Вам позволено жить только для того, чтобы баранку крутить. На заводе работать, в поле, в армии служить. Вообще, понимаешь? Вообще служить! Даже если вы подохнете, никто не заметит, понял? Самостоятельный он стал, любит он, видите ли? Да тебе любить позволено только того, кого положено, понял? Дерьма кусок. Знаешь, что в этом конверте? Бумажки. Да-да, те бумаги, которые я тебе обещал вернуть. Так вот, хрена с два ты их получишь. Выбирай, Мишаня. Либо сейчас мы с тобой едем в прокуратуру, и ты по полной программе
отправляешься в зону. Либо сейчас и здесь я тебя прострелю, как собаку бешеную. Выгоняй, говорю! Меня убьешь, сам сядешь. Ты за меня, Мишань, не беспокойся. Ты где видела? Где ты видел, сука? Чтобы такие, как я, сидели. Ух, наивняк ты, Миша! Ох ты, наивняк! Ну, иди сюда! Ну все, Борис Ефремович, в расчете. Ну-ка, стой! Стой, сволочь! Стой! Ничего, ничего, назад на автобусе доберешься или на электричке. Ты же всегда мечтал быть поближе к народу. Вот и познакомишься. Прошло уже все. Это правда, что мне Зайков сказал? Что? Что у нас с тобой ребенок будет? Я не знаю. Ну, да, доктор сказал, что такое возможно. Но это еще не точно. То есть, ну, нужно сходить в женскую консультацию и там все проверить. Очень кстати. Очень... Кстати, Славка. Что? Скажи, а ты кого больше хочешь? Сестричку или братишку? Миш. Больше всего хотелось бы собаку. Ну что же, теперь, когда мы переедем в Владивосток, надо будет еще и собаку заводить? Ну, придется. Конечно. Ладно. Здорово, Николай Николаевич. Мишань, стой. Че? К тебе тут пришли. Кто? Ванин Михаил Георгиевич. Да. Пройдемте с нами. Куда? В вашей служебной машине. Ванин Михаил Георгиевич? Да. Скажите, Ванин, вы вчера ставили этот автомобиль в бокс? Ну, я. Кроме вас в машине был кто-нибудь? Один я был. В машине были какие-нибудь запрещенные предметы? Оружие, наркотики, валюта? Когда ставил, не было. Валерия Петровна? Да. Кажется, тут что-то есть. Спокойно.
Пантелеев, багажник снимай. Доставай, клади на капот. Понятые, ближе подойдите. При обыске служебного автомобиля «Волга» был найден целлофановый пакет. При вскрытии пакета его содержимым оказались денежные средства в долларах США. Точная сумма будет установлена экспертами позже. Пакет не мой, мне его подкинули. Я уже вообще-то домой подаю. Не оригинально, Ванин. Все так говорят. До выяснения обстоятельств вы задержаны. Ну что, давай руки. Все снял. Что? Я говорю, руки подними. Да не снимай, снимай. Молодец. Везучая ты у меня, доченька. Вот что я тебе скажу. Что? Мам. Мам, ну ты-то... Ты-то понимаешь. Ты же понимаешь, Миша не мог этого сделать. Мама, его же подставили. Его же Зайков подставил. Да я-то понимаю. Нет. Я должна с ним поговорить. С кем, Варюш? С Зайковым, мама. Я должна поговорить с Зайковым. Ты не сердись, Варь, но я думаю, это бесполезно. Бесполезно? Бесполезно? А что? А что мне делать, мама? Что мне делать? Мне сидеть и ждать, пока его посадят, да? Варя. Доченька, ты моя любимая. Господи. Родная ты моя доченька. Борис Ефремович? Да, Артем. К вам тут пришли. Кто? Варвара Игоревна Утешева. Минутку. Пригласи, пожалуйста. Варвара Игоревна, ну что же вы стоите? Прошу, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, пожалуйста, проходите. Так, я весь внимание. Что у вас? Борис Ефремович, я… Что? Я пришла поговорить с вами о своем муже, о вашем бывшем шофере. Да-да. Знаете, это уму непостижимо. Я просто сам в недоумении, не понимаю. Ну, правда, не понимаю. Вроде неплохо зарабатывал, квартиру новую получил, жена молодая. Но правда не понимаю, ну зачем ему нужны были эти махинации с валютой? Борис Ефремович, перестаньте. Извините, а что я должен перестать? Вы должны ему помочь. Я вас прошу, пожалуйста. Помочь Михаилу? Вы знаете, Варвара Игоревна, да я бы с удовольствием. Но как? Им занимаются правоохранительные органы, органы госбезопасности. И если у вас есть что сообщить следствию, ну, это не ко мне. Но вы же знаете, я просто курировал культуру. А сейчас меня переводят. Поверьте, я искренне сочувствую вам, но вы явно пришли не по адресу. Хотите, на колени? Умоляю, вот этого не надо, пожалуйста. Вот только этого не надо. Прошу, отстаньте. Ну что вы, ну, ей-богу, ну, оставьте это вот для театра, все эти ваши страсти и всякое такое. Послушайте, если у вас ко мне все, я не хочу показаться невежливым. Ну правда, очень мало времени. Давайте, я вас провожу. Прошу. Ну,
Вы очень не расстраивайтесь. Может быть, все еще обойдется? Артем, водички принеси. Давай, давай, живей. Разочаровала ты меня. Очень разочаровала. Ты не поняла? У тебя был шанс. А теперь он будет сидеть, а ты рожать вашего ублюдка одна! Спасибо, Артем. Проводи Варвару Игоревну. Всего хорошего. А, да, меня ни для кого нет. Сдаю дела. Работать надо. Слушаюсь. Варвара Игоревна, прошу. Приветствую, это Зайков. Ну что, как там наш подопечный? В изоляторе сидит. Хорошо сидит? Да хотелось, чтобы ему не очень хорошо сиделось-то. Организуешь? Ну-ну. Тогда давай, до связи. Есть у нас один моряк, он скитался в тех морях, где не плавал ни Колумб, ни Беринг. Шел он в Арктике на дно и тонул на юге, но выходил всегда сухим на берег. Он проплавал много лет, видел старый новый свет, не боялся шторма он, ни шквала. Что ему девятый вал? Что ему десятый бал? Он и в бурю напевал, бывало. Сиди пока. Сейчас эти закончат. Потом ты будешь. Дили-дили-дили-дили-дили. Дили-дили-дили-дили-дон. Мы ли Филиппинами не плыли? Бастон! Дили-дили-дили-дили-дили. Дили-дили-дили-дили-бам. Ну и что ж вы дили-дили-дили? Пьян! Вот что должен знать матрос. Война, вира, стоп и сов. Кто не знает, кто не понимает. Амба! Чем обязан, Варвара Игоревна? Что вас заставило ко мне обратиться? В общем, чтобы долго не рассусоливать, я могу сдать вам Зайкова. Кого, простите? Зайкова, Бориса Ефремовича. Знаете такого? Мне он говорил, что из-за него у вас были большие неприятности. Извините, Варвара Игоревна, а что вы имеете в виду под словом «сдать»? Вам-то это зачем, а? Зачем, это мое дело. Не удастся мужа вытащить, хотя бы он пусть сядет. Слышь? Серег, может, все-таки доложимся шефу? Не стоит. Он сам на этого Зайкова такой зуб отрастил. Устроим ему подарок. Привет. Ну, чё ты стоишь, Борь, проходи. Надо же, какие перемены. Недавно слова от тебя лишнего добиться не мог. А тут вдруг сразу на «ты». Да надоело все. Давай, раздевайся. Выпьем, закусим. Поговорим.
Давай-ка мы с тобой, Боря, выпьем на брудершафт. Ты же хотел на брудершафт. Помнится. Отдает, мать. А с этим французиком все кочевряжилось чего-то. Ну что ты не пьешь? Пей, Боря, брось, расслабься. Что ты напряженный такой? Ты меня только за этим сюда позвала? Чтобы на брудершафт со мной выпить? И за этим тоже. А еще зачем? Ну вот куда ты торопишься, а? Узнаешь еще. У нас, Боря, с тобой весь вечер впереди. Ночь вся. Ты же не спешишь? Нет, ну все же. Чего ты хочешь? Я, Борь, много чего хочу. Съешь яблочко. Я вот, например, хочу, чтобы ты Мишку выпустил. Ну, жалко же его, дурачка. Не виноват он ни в чем. Я его сама в постель затащила. Он, кстати, сопротивлялся. А я настояла. От тоски, наверное. Я ж не знала, что я залечу. Да и, Борь, срок маленький, сделай аборт, делов-то. А Мишка сядет. Ты ему валюту подкинул, ты его подставил. А совесть мучает меня. Ну, из-за меня же все. Ну, хорошо. Про Мишку я все понял. А что еще? Замуж хочу. За тебя. Не передумал еще. Вот так, да? А что? Ну а что, Боря? Ой, ну давай на чистоту. Я тебя, Боря, не люблю, а жить с тобой буду, если позовешь. Ну, сходила я к тебе в обком. Ну, побеседовали мы. А потом я домой вернулась и долго-долго думала, вот действительно, ты уедешь, Мишка сядет, а я одна останусь. А дальше что? Жить ради сына? Ради театра этого убогого, в котором меня, кстати, сожрут в два счета, как только ты уедешь, не подавится. Не могу, устала. Очень я устала за последнее время. А я не хочу так больше. Понимаешь, не хочу. Не хочу жить ради кого-то, хочу ради себя. Не хочу в очередях этих стоять, не хочу за продуктами носиться, не хочу спекулянтам деньги за шмотки переплачивать, надоело. Понимаешь? Налей-ка мне еще вина. Вот это актриса. Mm-hmm.
Ну что? Замуж ты меня возьмешь? Или передумал? Возьму. Тихо, Боря. Подожди. Чего ждать? Да потому что я знать хочу. Чего? Серьезно это или так? Ты сейчас со мной помилуешься, а завтра уедешь, и привет. А я, Боря, хочу в Москву с тобой уехать. Увезешь меня в Москву? Отвезу. А про Таллин? Что? Про Таллин правду говорил? Что? Правду говорил, что тебя самым главным могут сделать? Скорее всего, обещали. Как же так? А Горбачева же куда? Черт знает куда. Снимут и в тюрьму. Топор дадут и куда-нибудь в Сибирь лес валить. Ты это слышал? Да какая разница, куда им зашлют? Неужели это возможно, Боря? Неужели твои друзья тебя самым главным поставят? Поставят. Варенька, как же не поставить? Бокал разбил. Да черт с ним. Ты у меня и золото есть. Ты сумасшедший. Да. Да, я сумасшедший. Любви все возрасты покорны. Нет! Это что такое? Это что такое там? Я тебя спрашиваю! Быстро все вниз! Ах ты! Ах ты, мразь! Зараза, твою мать! Быстрее! Сиди сюда, брез! Охраняли, что ли? Ненавижу! Ненавижу тебя! Убрал руки! Убрал, сказал! Все, тихо. Ненавижу! Все позади. Все. Все. Ну, все уже хорошо. Все уже хорошо. Ты что, майор, мать твою туда налево? Совсем уже мышей не ловишь? Ты что там устроил? Я тебя спрашиваю! Почему в обход? Почему без моего разрешения? Товарищ генерал... Молчать! А ты знаешь, что из-за тебя и твоего дружка Сипченко мне сегодня по вертушке сам Владимир Александрович звонил. Ты еще помнишь, кто такой Владимир Александрович? Я помню. Так вот, он меня лично полчаса мордой по столу возил. А я стоял и слушал. Как пацан, который штаны перед мамкой надел. Как же устроил провокацию кандидату в члены ЦК. Из-за такого пустяка решил дискредитировать его доброе имя. Извините, товарищ генерал, это не пустяки. На сделанных нами записях... Нет! Никаких записей! И никогда не было! Ты меня понял? И заруби себе это! Знаешь где? Где хочешь, там и заруби! Мужик бабу оприходовать хотел, и все! А в такой ситуации можно пообещать, чего хочешь! Хоть Золотой дворец пообещать, или рассказать ей, что ты король Бенилюкса. Ты что, майор? Ты действительно не понимаешь, какие люди здесь замешаны? Иди с глаз моих. Иди. Thank you.
Добрый мир. Здорово, Славик. Ну, а ты чего кашляешь? А? Замерзла? И замерзла. Ну что стоим? Пошли домой.